Hozirgina O'zbekiston Superliga 4-chi tur doirasida Bunyodkor Buxoro uchrashuvi o'z nihoyasiga yetdi. Biz o'yindan so'ng matbuot anjumanini boshlaymiz. Dastlab jurnalistlar bilan muloqotda mehmon jamoa a'zolari, Buxoro jamoasi bosh murabbiyi Ulug'bek Stamovich Baqoyev hamda jamoa yarim himoyachisi Shavkat Salomov. Vashatsiya как сегодняшний игры. Можно по-разному трактовать сегодняшнюю игру. Я считаю, что мы не должны были сегодня проигрывать, потому что были моменты, где мы должны были забивать, но, к сожалению, если не забиваешь, матч проигрывать. Поэтому, конечно, вот этот момент был ключевым, наверное, во втором тайме, когда мы не забили, получили от этого. Хочу поздравить команду Бунёдкор с победой и пожелать удачи. Спасибо. Шоукет майдонда 90 дакыйка харакат кылган оюнчу сыпатта сизди тарифиңиз бүгүнкү оюнга. Авалбур Бунёдкор жамоасын табриклайман. Галаба менен. Биринчи тайм бизде көп жерге уступ айткандык Бунёдкордо, но экинчи тайм бизде дастур жеткенбедик. 200% момент урмайбыз. Бунёдкор жок жерден гол урупту. Бул футбол бул. Ар эми омат жетишмеди. Экинчи тайм дастур жеткенбеди. Марқамат, кимде суроолор бар? Сок, марқамат. Buxoro yaxshi o'yin tashkil qildi, faqatgina ba'zi bir himoyadagi qanaqadir bir xatolar, ya'ni jipslik, qanaqadir bir-birini tushunmaslik ko'zga tashlanib qoldi Buxoro. Bunda qanaqadir o'yinga taktika tanlaganingizda ular bajara olmadimi o'z vazifasini? Не, я понял. Ну, как бы там много факторов есть, может у нас если вы смотрите в каждой игре у нас есть перестановки, поэтому нас 22 человека, поэтому каждый из них достоин играть, поэтому мы корректируем всегда. Ну, видимо, они не сошлись друг с другом, поэтому друг друга недопонимание, скорее всего, с этой точки зрения. И они, парень вышел первую игру сегодня, поэтому никаких претензий нету. Канада проигрывает. Все проигрываем, поэтому никому нет претензий по игре. Всем спасибо за самоотдачу. И еще раз благодарю команду Бунёдкор с победой и пожелаю удачи. Спасибо. Я на соваллабам. Башка соваллабам. Спасибо вам за участие. Удачи в следующем матче. Только.